Всем привет! Вы на канале Игров Идисайки. Сегодня я буду рассказывать видео, почему я уже не снимаю про животных попугаев. Дело то, что и в телеканал Граф начал выпускать видео такие приколы. Здесь были животные. Потом я создал плейлист, назывался Граф Фото 1. Но я на фотоаппаратах, это у меня есть фотоаппарат, и я покажу его когда-нибудь. Вы увидите, что я на фотоаппарате снимал видео. Я люблю снимать видео, оно интересное. Вот видите, у меня папки, нету Графото 5, ну это понятно. Вот, и почему я перестал снимать, я все абсурдно расскажу. Вот, я так, сначала Графото 2018. Вот видите, там цифры, это значит, что я снимал где-то 400, но я сделал фото и видео, но там 4489, представляете? И я это закончил, наконец, эта часть. Моя цель была. Вот видите, это Графото 1, опять эти попугайчики и видео. К сожалению, поудалял. Но я выложил эти такие вот видео, так, Графото 2 там есть, и третий, там про собачек, опять тоже попугай. Ну что делать? Так, на видео, и где? К сожалению, здесь мало, мне интересно. Так. Я и мой попугай, вот, это, наверное, я считаю его таким вот. Так что там ничего. Понятно. Ну, это 4000. Я дошел до этого, и все. Чё я перестал снимать? Ну, я в первом, втором, третьем, четвертом на фотоаппарате снимал. И на прикол тоже. А Графото 5 я уже не снимал на фотоаппарате. А на телефоне Nokia 3.1 я снимал. С этого устройства. Я снял... Вот шестой не было про эти животных. Седьмом было про животных. Почему я сейчас не выпускаю? Потому что я не знаю. Мне уже надоело. Вот я выпускал про попугаев. Там появились пользователи. Тоже снимают про животных. Это мило, казалось бы. Вот. И я перестал снимать. И уже Графото 8 я буду снимать про обзоры и там что-то. И Графото 9, это последний. Ну, приколы будут. И еще будут обзоры, ну, 7 будет про собачек моих, Бетти и Лаки. Я буду выпускать. Еще я буду выпускать клипы. Эти треки, типа, улучшенным втором весе. Это я улучшаю эти трек из этих Токио Хота. Вот. Этих исполнителей. Ну, три работают, занимаются музыкой, а один этот поет. Вот. Что я могу сказать? Не знаю, вот так вот. Я бы сказал, много чего там есть. Вот у меня много папки про видео. У меня дофига много. Вот. Так что у меня и есть. Еще обзоры, но я буду делать обзоры на технику и мои игрушечные оружия, эти модельки настоящие, похожие, и все. Ну что ж, если вам видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Игров Идисайки, до скорых встреч, пока-пока.